Капуста поджаренная чуть-чуть, залита яйцом. Давайте жрать. И завтрак в наличии. Капуста жареная с яйцом. Тысячу лет не ел обычный колхозный завтрак крестьянина. На днях запишу котлет по-киевски. Лим сегодня, лим завтра. По настроению. 5 штук за раз. Это дело такое неходовое, надо подготовиться. Проголодаться прям конкретно. Прям конкретно. Чтоб в 5 вместилось. Больше 4 не ел никогда. Надо побриться.